Вот это была чаша 11 сантиметров. То были чаша у меня 9 сантиметров. В руках это такая маленькая, размером почти как пепельница. Может быть, можно сравнить, вот у нас уникальная вещь, сделанная в Индии, это защита от радиации. Но она не только защищает от радиации. Там какие-то внутри структурированные кристаллы, имеющие форму, они разбивают гамма-волны. Ну, в том числе, которые от человека происходят, от телефонов или от чего-то еще. Я вот давно имею такой предмет, он по-своему уникальный. Ну, кто захочет, я расскажу вам о нем отдельно. Они делают наклейки для телефонов тоже, которые тоже уменьшают раза в 4 радиацию. Я считаю, что это важно. У меня телефон был в 90-е годы, когда он стоил как автомобиль. И был не чрезвычайно вреден. Если сейчас люди говорят о 5G, есть какие-то размышления, разговоры, я могу сказать, что то, что было первым, это было гораздо жестче. Вот. Поэтому такие вещи бывают полезными. Просто я поставил, она красивая, эстетичная, это сделано в Индии, это индусы придумали. Патент они сделали уже в Сингапуре, в Америке не очень долго продаются эти чаши, даже в Индии не больше 2 штук, даже в Индии не больше 2 штук в Америке. Итак, если мы хотим играть на нескольких чашах, то, что я еще хочу потом показать, это как чаша... Разница при ударе по разным частям чаши. Будем пробовать вот на 18 сантиметров, на разных чашах. Если у нас несколько чаш, некоторые просят сет. Сет это несколько чаш, да, по-английски сейчас модно называть не комплект чаш, даже комплект это не русское слово. Набор, пусть будет набор чаш. Ну, вот если кто-то хочет набор чаш, поскольку у меня нет самого каких-то тоже энциклопедических, или никто меня не учил именно играть на чашах, все проходило через личный опыт, осмысливание. Опыт был такой, как обычно куплена чаша какая-то универсальная, например, размером 15-17 сантиметров, 18 сантиметров. Ее можно взять с собой всегда, в ней можно структурировать воду, она удобна в этом смысле, что ее можно держать в руке долго, не уставая. Да, вот положил локоть на бедро, вот в косточку уперся, ну вот она у тебя в руке, и ты начинаешь с ней работать. Вот так удобно порой записывать. Одна в руке у тебя чаша, а другие. Другие перед вами. И перед тем, как сделать запись, могу сказать, ушло больше часа на расстановку чаш. Какой смысл? Какая есть в этом задумка? Задумка в том, что чаша резонирует между собой, в том числе. То есть мы ударили по одной, и вот эти чаши, они все равно не дают какой-то звук. А эта чаша больше, у нее, разумеется, пространство резонанса, да, больше. Почему? Не знаю, это... Радары какие-то, тарелки поднимающие, они чем больше, да, тем больше они. Чем больше размер, тем больше возможностей, больше чувствительности у них. Поэтому вот ударив по этой чаше, мы знаем, что здесь звук тоже срезонирует. Вот иногда звонкий звук происходит, это можно просто краешком вот этим уже деревянным ударить по чаше, где-то не ударять. Мы находим какую-то гармонию, тут нельзя интересно, нет науки, но мы находим гармонию для себя. Мы эти чаши покупали для себя. В основном это так. Я сейчас
касаюсь этого вопроса. Конечно, массаж может быть другой. Мы ищем гармонию для другого человека. Ну, это уже индивидуально. Так же, как и разбивка чаш по нотам, разбивка чаш по чакрам. Чакры работают по-разному. Бывает чакра чистая, она работает так-то. А есть чакра, которую надо подкорректировать, и ей нужно порой нужно для раскачки ноты, которые даже не свойственны именно ей, но через них мы ее как бы активируем, раскрываем, чистим и так далее. Я не буду сейчас этого касаться подробно, мы говорим о звуке. О том, что чаши надо расставлять, чтобы они срезонировали друг с другом. В данном случае вы видите, у нас, например, это исходя из моего опыта, я поставил их на деревяшку, чтобы больше не глушился звук. Да, у нас, когда у нас чаша в руке, максимально ладошечку мы раскрываем. Да, вот она у нас ладошка. Обычно вот расслабленная, да, она такая. А потом она раскрывается, мы ставим на нее чашу. Плоскость соприкосновения, чем ее меньше, тем лучше звук. Да, вот сейчас сжали руку, звука нету, а вот разжали, и он идет, он длинный. Ну, поэтому есть такая взаимосвязь между звуком и нашей ладошкой. Ну, в данном случае то же самое. Если можно поставить на коврик, а можно поставить на деревяшку. Будет некоторая разница. Маленькие чаши порой, ну, средние, скажем так, здесь такие подставки для чаш, вы, наверное, видели, есть такие подушки, квадратные, бывают бублики круглые, с дырками. Ну, такую чашу поставить в бублик, она просто в нем утонет, конечно, играть не будет. Можно поставить вот такую, вот эту чашу, 17 см чашу, можно поставить в такую подставку. Ну, в том числе подушка, она может быть вот хороша для такой чаши. Я когда работал с 9-сантиметровой чашей, а она была нужна все равно. Просто очень сейчас трудно найти хорошую 9-сантиметровую чашу. Несмотря на то, что я сейчас просил, нам не привезли, мастер их не делает. В то же время они были очень интересны. Бывают, ну, некачественную продукцию продавать не хотим. Они есть в некоторых магазинах, но звук не удовлетворительный. Ну вот 11 сантиметров. Если мы играем на нескольких чашах, ну тогда в руке лучше держать, наверное, какую-то среднюю чашу или большую, если мы хотим какого-то особенного эффекта. Большую просто держать сложнее. Вот руки сильные, я вот какими-то всякими боевыми искусствами занимался. Мне нравится как искусство, хотя вот стал чемпионом Иркутской области по карате, но ручки что-то немножко вроде сильные. Ну, давайте, можно попробовать. Вот она резонирует. Она резонирует, нам это слышно. В то же время порой долго держать это сложно. И если у нас одна большая чаша, тогда, ну, например, у нас набор. Русское слово набор, у нас набор из трех чаш. Набор, например, минимум, да, из трех чаш. Тогда я предлагаю, вернемся к этому пониманию, набор. Я предлагаю покупать чашу от 21 сантиметра до, может быть, 25. Почему? Есть способ, я сейчас не смогу его прямо показать. В Индии у меня были колонки такие, Bluetooth колонки, но они работали от шнурка. Не люблю я все эти Wi-Fi, радиации лишние. И информация, которую мы не можем усвоить сознательно, но она проникает в нас и что-то делает, мы не знаем, что иногда. Телефоны все эти. Ну, порой у нас, конечно, в больших городах этого окружения слишком много. Так и наборов, то есть это одна чаша большая, от 20 сантиметров до 24. Почему?
А чаши больше 24 сантиметров, по моему опыту, не реагировали с колонками. А чашу мы же не всегда используем, не всегда на ней играем. В то же время это прекрасная вещь. Она может работать, помогать нам постоянно. И колонка, может быть, вы видели, такая есть колонка JBL. Сама по себе эта фирма, она уникальна тем, JBL, что она работала с пространственным звуком. То есть колонка стоит, видно, передо мной. Но порой звук я слышу с того угла, и, например, там птички поют. Я их слышу, как будто они поют вокруг меня, причем даже не отсюда, а вот как-то со стороны. Это просто фирма делала такие разработки о резонансе, ну вот резонанс. У нее это удалось, и такие колонки JBL Flip 4 есть. Может быть, есть аналоги, но я работал именно вот с этими. Они небольшие, просто я их ставил. Внутри чаши я их ставил. Там как бы такой цилиндр, да, у него с двух сторон басы, так, и стерео, там три динамика, может быть, внутри. Да. Вот я их ставил внутри чаши, ставил снаружи, как бы в резонанс. Вот, иногда делал вообще вот такие вот эксперименты, там, например, одну чашу ставил в другую, они тоже работают, то есть одна чаша вибрирует, эта чаша ее слышит и тоже издает свой звук. Ну, а мы где-то просто сидим и занимаемся своими делами. Атмосфера в доме меняется, и я замечал, что многие гости, приходя в гости, замечали какую-то необычную атмосферу, которая им очень нравилась, а объяснить не могли. Потом я понял, что это от того, что у меня вот играет музыка практически постоянно. Люблю музыку. И она... колонка резонирует с этими чашами. Неслышная вибрация. Сейчас нам, конечно, понятно, мы ударили, и есть звук. А там шел звук иначе. То есть он был не слышен ухом, может быть, напрямую, но он был слышен нашими чувствами. А телом в том числе. И вот такой есть тоже способ использования чаш. Ставить их рядом с колонками. У меня вообще постоянно они стоят тоже рядом с колонками, пока я не играю. И создается такая атмосфера. Она действительно благоприятная, я считаю, для окружающего пространства. Тут еще вот колокольчик стоит, да, себе поставил. Вот такой интересный предмет. Это не чаша, конечно, но вот эти ваджра колокольчики буддийские. На них обычно играют так, что они ставятся перед сердцем. Колокольчик это как бы женский, да, вот у них есть предмет обычно, колокольчик подается с такой важной. В принципе, это как, если кто-то видел микросъемку кристалла графита, это кристалл графита. Если его раскрыть еще вот так, и еще вот так, 8 граней, да, это будет кристалл алмаза. И вот древние знали, как это выглядит. Как бы графит это не до алмаз, или уже после алмаз разрушенный какой-то, но алмаз разрушить сложно, разрушить, так что вот. Но все равно это очень сильный предмет, он структурирует пространство, если мы его держим в руке, разными образами, например, оперев его на центр ладони, в правой руке он, это мужской, как бы, можно сказать, мужское начало какое-то, условность, да, называемый. Вот, или каким-то другим способом, может быть так, а колокольчик так, потом мы начинаем как бы иметь. Вот такие есть колокольчики буддийские. У них тоже, конечно, разные будут качества, разная геометрия, тут будет 8 граней, в данном случае 4. Вот. Ну вот мы говорим о наборе, еще раз возвращаемся, извините, что я как Лев Толстой, ухожу в одну сторону, возвращаюсь, ну так, может быть, это вина философского образования полученного.
в нашем прекрасном университете РГГУ. Что-то еще. Индусы очень много говорят, потому что когда они говорят по-английски, потому что чтобы что-то сказать на хинди, у них такая грамматика, что нужно сказать очень много, а информация передана не такая большая. Вот. Поэтому они, когда говорят по-английски, они переносят эту грамматику хинди на английский и очень много разговаривают. А на самом деле информации немного. Но в этом смысле вот отличие разных культур. Я 11 лет прожив в Азии. Может быть, немножко тоже этого набрался. Простите, если это неудобно. Растягивает, ваше время отнимает. А, про наборы еще раз. Чаша от 20 до 24 сантиметров. Почему? Потому что она реагирует, возможно, с колонками. Если вам это не нужно, берите 32 сантиметра, 29 и так далее. У них будет очень длинный вот состояние, там, не знаю, как это. Звук будет. Вы ударили по ней, вот она играет, и вы доигрываете на других чашах. Или, да? Ищите гармонию какую-то, приятно. Вот, они начинают друг с другом взаимодействовать. И получается вот такое общение с ними, такой резонанс. Вот. Если вы наблюдаете за концертами оркестров. Я учился этому у такой есть греческий современный композитор Яни. Он тоже окончил философский факультет, был каким-то там чемпионом Греции, ну, призером по плаванию. Потом все-таки занялся музыкой, изобрел очень необычные вещи, музыки. Ну вот он объяснял тоже о том, что вначале где-то один инструмент. Ему добавляется потом другой, потом второй инструмент отдельно, да? Потом, например, третий инструмент, а потом они звучат все вместе. А потом идет оркестр. Но если у нас там 10 чаш, может быть, или 6, то есть мы этот принцип тоже используем. Вот если у нас первая чаша 21-24 и выше сантиметров, она дает нам фон такой, весь такой инструмент. В Индии физгармоника, вот видели, она такая гармошка, которая стоящая, не как вот русская, да, вот такая, двигается. Меха, она дает продолженный звук, который является фоном для композиции, раги и так далее. Вот. Вторую чашу я бы тогда избрал после большой. Я избрал чашу 17 сантиметров, 16-15. Вот такое трио. Они работают вместе. А иногда нам хочется высоких частот прямо сразу. Вот. Тогда надо брать маленькую чашу 12-11 сантиметров. Хотя бы вот из трех инструментов таких создается маленький наш оркестр, общаясь с которым мы получаем вот такое удовольствие. Ну и я говорил, что мне нравится держать чашу в руке. Если у нас чаш больше, чем 3, мы берем одну в руки. Начинаем играть. Смысл в том, что постоянно идет какой-то звук. Что-то у нас из нашего набора издает звук. Поэтому порой удобно иметь две больших чаши, одну маленькую, одну среднюю.
Ну, если можно всех по две иметь, это прекрасно. У меня было, например, 6 чаш, вот на этом я тогда и остановился, потому что для моих целей больше было не нужно. Вот, чаши больше 24 сантиметров, опять же, при моей цели больше были не нужны. Вот, видели, наверное, вы чаши, мы показывали чаши там 60 сантиметров с безумной ценой достаточно, там тысяч по 200 бывает, 150. В них люди встают просто ногами и вот, ударяют, резонируют, и что-то там получается. Может быть, можно купить чаши там, по 32 сантиметра, 2 или там, по 34, они все равно будут намного дешевле, поставить каждую ногу вот отдельно и работать по ним отдельно. Такой-то вариант тоже возможен. Но вот со временем может развиться какое-то особое чувство. Я все-таки предпочитаю маленькие устики. Вот эти. Ну и желательно из тяжелого дерева, тяжелых пород. В Индии их достаточно много, а здесь, в России, нам трудно найти такие породы. Может быть, лиственница. Ну и то, она недостаточно плотная. Порой, конечно, черное, красное дерево, они плотнее.